ремонтировать. А, хорошо, нужно. Хорошо. Осторожно. Осторожно. Скользко. А вы не слышали, Бродский давал интервью и назвал вас своим черным песом? Меня? А пускай как угодно называют. Нет. Больше никаких. А что коммунизм? Коммунизм будет тоже против него там это самое. Ну и о том, как меня травили там и прочее. А в этом в молодой гвардии здорово там. Там страниц 8. Вот эта группировка, которая, значит, за Бродского там. Да. Все эти. Ну вы меня, наверное, поймете, что я не антисемит. Я сам еврей по национальности. Но я говорю правду, так как оно есть. И вот эта еврейская группировка написала в Президиум Верховного Совета СССР письмо, чтобы Бродского в Советский Союз возвратить. Как пострадавшего от советской власти и так далее. Отказали. Отказали? Да. Президиум Верховного Совета отказал. В общем так, за меня дали сейчас 10 тысяч рублей, чтобы меня уничтожить. Вот так. Вот так. Значит, я рожи своей показывать сейчас не буду. Я буду комментировать все. А сколько ж тогда за наши головы дадут? Ха. Если вы правду покажете, то может быть вы и правы, что это самое. А если пойдете на сговор против правды, так вам еще заплатят за это. На сговор-то мы не пойдем. Ага, вот. Чуть пониже, пониже получим. Ага, хорошо. Так, теперь право идем. Право. Ага. Стоп. Камеру одну здесь поставим, остальные за экран. Механиков позови. Я заинтересован в правде. Я заинтересован, чтобы все то, что будет показываться, чтобы объективно показывалось. Конечно. Вот. Меня очень смущает, что они согласились. Значит, они уверены в том, что фильм будет против меня. А вот то, что в «Молодой гвардии», кто это автор? Вы мне говорили, Иванов какой-то. А там это самое, его псевдоним, вот этот. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там нас снят и что говорят, а потом будем думать. Объективно. А вот вы убедитесь, я ведь к нему пальца не приложил. В этом самом, когда с КГБ взяли там материалы, все. Вот а пишут. Это у вас из КГБ материалы? Ну, материалы со всего. Меня предупредили. Я сказал, что я согласие дал. Я не понял, кто вас спрашивал о нас? Слушай, не надо еще допрашивать. Тот, который меня предупреждали о том, что меня собираются убить. Вот так. Серьезное дело. Серьезное. Ну, тем более нужно вам выступить так, достойно. А я выступлю. Сейчас мы покажем вам весь материал. Вы прокомментируете. Начнем просмотр с Костакова. Вы говорили, что пленка с записью хода суда у него. Я ему говорил, куда вы дели пленку. 25 лет прошло. Пожалуйста, проходите вот сюда, к столику садитесь. Вот здесь камера, микрофон. Начинаем просмотр. Никакой стенограммы у меня нет, он мне ничего не передавал, я просто с ним не встречался.
Так что, видите, я его спрашиваю. Тебя могут наказать. Да. Что, по его требованиям шли общественные суды, чтобы я выступал? Нет. Зачем мне его что, протокол? Нужен документ? Дам сейчас этот документ. Именно он требовал от вас, чтобы вы выступали. Да. Ну, может, он говорит, что его дело. Мне это 40 минут. Это никакими процедурами не предусмотрено. Только с такого. Все, что было, было только в деле. А его и там никогда ко мне больше руки не нет, это у меня единственное. Пожалуйста. Нет, ну это ксерокопия. Личные контакты с Лернером были наряду, как с другими командирами дружин. У них остался. У кого у них? Ну у них, я только эту самую сняли, и все. Вот сняли в то время. И сейчас ведь. А у них это у кого? В прокуратуре. Дзержинского района. Вы нам раньше это ее не показывали. Это бы с меня делали. А кто делал? Тоже мне важно. Я знаю, что это правдивый документ, и все. А больше мне сказать нечего. В ту бытность давнюю я с товарищем Лернером ни одного слова никогда о деле Бродского и о его проведении не разговаривал, так как наше положение было совершенно различное. И поэтому... А его где бумага, что он ее получил? Если так разговаривать... Значит, ему можно верить на слово, а мне нельзя. Мы же говорим, что у нас еще какая-то справка есть. Нет, если бы у меня такая справка была, я бы у него выцарапал. А вообще о Лернере, то в то время он был весьма заметной фигурой в деятельности народных дружин. Его хорошо знали в партийных органах, и, так сказать, его дружина, и он, в частности, были весьма известны. Нам мешают жить хулиганы, пьяницы, тунеядцы. Они стараются скрыться от справедливого гнева народа, но скрыться им не удастся. О, дружинники. Эпизод такой, дружин. Вы пока оставьте, пока смотрите на экран и слушайте внимательно. Да. И многие другие рабочие петроградской страны. И вот когда сейчас смотришь на эти кадры, конечно, всегда интересно в молодость вернуться, 30 лет прошло. Молодые, горячие, энергичные, свято верили, что вот, если мы очистим город... Не будет пощады. Вот он, пьяница. Он может быть опасен для окружающих. Нет, крепкие руки у молодых ленинградцев. Здесь в штабе народных дружин разберутся... Я был командиром добровольной народной дружины. Тогда ведь, понимаете, если вспомним мы... Смотрите, вот первый снимок, допустим. У меня альбом полный есть такой. Вот такой материал дружины остался у меня. Вот такие фотографии. Значит, то, что здесь на экране, вот такие же физиономии. Молодые, старые. Да, это качественные, хорошие. Вот такие. Вон там я тоже есть на этой фотографии. Пожалуйста. А где, который вы? Вот я, впереди. Ага. Перед министром. Я возил всю группу. У Якова Михайловича была одна черта. Экстремист, ну, пробы ставить негде. Потому что вот сколько конфликтов возникало, когда действительно он, если дежурил или появлялся где-то в штабе, всегда это шло на крики, я не хочу. Он сейчас там вот чем-то занимается. Я не участвовал в этом суде, поэтому боюсь. Этот суд тогда готовила дружина Кипрошах тогда. Слушает сегодня дело тунеядца Владимира Васильева. Я помню, значит, действительно, вначале собирались вроде общественным судом судить, а потом вот эта стадия появилась за тремя подписями в вечернем Ленинграде, вот, и судил народный суд. Но мы тогда говорили, что и поэтов не судят, в общем. Но, к сожалению, это было. 1961 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный и паразитический образ жизни, подвергнуть выселению из города Ленинграда в специально отведенной местности сроком на 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит, исполнение немедленное, подписано составом труда. Мне трудно сейчас даже вспомнить, когда мы с Иосифом познакомились. Сегодня мне кажется, что мы с ним были знакомы всегда. Его жизнь удивительно тесно, неразрывно связано с Петербургом. И жил Иосиф на улице Пестеля, Пантелеймоновской, рядом со Спасо-Преображенским собором. Иосифу повезло еще и в том отношении, что Александр Иванович, его отец,
был профессиональным фотографом и часто снимал любимого сына на балконе своей собственной комнаты, которая находилась в огромной коммунальной петербургской квартире. Вот так вот на фоне собора один кадр, или на фоне Пантелеймоновской церкви другой кадр. Год за годом. Вот так, кажется, на этом балконе и проходила жизнь. Я часто думаю о том, что же явилось истинной причиной, что же раздражало в нем. Он не выступал против советского строя. Иосиф возмущал окружающих независимостью поведения. В несвободной, тоталитарной стране он был свободным человеком, поступал по велению своей собственной совести, по тому, как подсказывало его поэтическое желание, его поэтическое видение. Это и вызывало ненависть. Почему он живет не так, как мы? Есть такой на свете, может быть, вы слыхали, он стал лауреатом Нобелевской премии, такой Бродский. Слыхали? Ну так вот, этот Бродский в свое время в Ленинграде самый настоящий подонок. Вот такая куча документов имеется. Потом, что он тут творил и что делал. О, а это вы пошли. Ну я сейчас являюсь председателем Совета ветеранов войны микрорайона Купчинского. Вот у меня это наша первая встреча. Значит, работы очень много. Вот Иван Владимирович, а вот его надпись мне. А я Жукова лично знал. Еще во время войны. Во время войны. И, значит, будучи, так сказать, ну, я выполнял отдельные задания, которые лично ему докладывал. Вот Будённый, это он мне прислал вот этот самый... А? Вот подпись, вот он дал. Только здесь. Вот. А... Я не просил этого записывать и показывать мне, не просил. Но для чего это делали? Вы что, не хотели о ветеранах делать? Вы нас сами же позвали. Я вас слушаю. А? Алло. Передадут, сделают там. Ему передадут. Вы понимаете, в чем дело? Это настоящий, в общем, заговор тех, которые ничего русского ненавидят. Вот так. И если находятся люди, которые Бродского называют, понимаете ли, великим русским поэтом, то это кощунство. Самое настоящее. Вот. А если дневники, ну я вам покажу потом. А если бы дневники вы увидели... Мне вот неприятно, что такая морда будет. Ну на ничего этой... себе, это ваше лицо что хорошо снято. Да. Я, конечно, восстал. Я взял и рассказал правду. Рассказал то, что было в самом деле. И если его называют великим русским поэтом, то кроме... Ну, хитер ты, прямо... Ну, как только начинаю я говорить дельно, так прорывается все. Ну, где? Ну, идет беседа. Моя роль была в том, что мне, значит, городской комитет партии и городской комитет комсомола, значит, попросили, ну, есть документ, чтобы, так как он на нашей территории, Дзержинского района был, значит, побеседовать с ним. И если он не поймет, то, значит, эти материалы отдать для того, чтобы общественный суд был. Ну и так оно и было. То, что он писал, все документы сейчас, они думали, что все уничтожено, что все пропало. И так и написали, когда вот писали о том, что о Бродском, значит, вот такие вещи. Они написали, что все документы пропали, а документы оказались
на лицо. У вас они все. Они у меня. А вы нам покажете, да? Покажу, конечно. Это интересно. Посмотрев на эту папку, я сказал, нет, она еще когда-нибудь будет в Пушкинском доме. Здесь его личное заявление. Здесь копия протокола судебного заседания. Дело для меня началось с того, что позвонил ко мне адвокат Киселев Яков Семенович и сказал, Зоя Николаевна, надо защищать поэта. Поэта за что, спросила я. Его судят за тунеядство. А потом мне показали фельетоны, которые явились началом этого дела. Фельетоны в Вечернем Ленинграде. Я считаю, что надо начинать с того, как этот суд был организован и кем, и потом уже все остальное. Поздний материал. Сейчас, с позиции нынешнего предмета, я считаю, что тон был взят грубый, резкий в этом фельетоне. Но, а ведь это такова была эпоха, в общем-то говоря. Таков был тон писаний. Мне предложили придать форму более литературную. Я писал. Он писал. В то же время, не надо, что называется, выставлять в каких-то таких закоренелыми злодеями, вот автор фельетон. Эпоха была такая. Была такая эпоха. И не фельетон явился вообще поводом для судебного процесса. Не был бы суд, сэр. Все равно же надо быть. Правильно. Тут же в сопровождении двух милиционеров вели Иосифа Бродского. Я увидела невысокого, рыжеватого человека с приятным лицом, молодого. Судья тут же открыл судебное заседание и объявил, что суд направляет вас на экспертизу на предмет определения, можете ли вы быть, работать. И его увели. Нет, не милиционеры. Они делают все для того, чтобы показать о том, что Бродский прав. Вот Русского, когда судили за тунеядство, никто ни слова никогда не сказал. А русского поэта судили? Не поэта. Ну, а он же поэт. Разговор-то о том, что... Да какой он поэт? Она-то говорит, что он поэт. Ах, она говорит. И Грудинина говорит. А для меня он тогда не был поэтом. Не был. Так же, как и для тех, которые знали, что... Представитель защиты и я, мы ознакомились хорошо с этим делом. Не по документам, а просто... Так, все, хватит. Так что я пошла не по какому-то горячему убеждению, что вот нужно очень большого поэта защищать, а потому что я увидела в нем очень талантливого человека. Потому что я прочитала его переводы. И думала, вы это дали, она уже увидела его. Сейчас гораздо легче определить, чем даже по его оригинальности. Причем она о многом не знает. О многом не знает. Не знает того, как был суд, и кто, и как... Лернер, стало быть, сидел в первом ряду с магнитофоном. И судья Савельева почему-то не прерывала его работу. Все идет по одной линии. А нужно, так сказать, наговорить о Лернере, что это вроде подлец. Прекратить запись Вигдоровой. А вот эти магнитофонные записи, в общем, имели место. И потом, когда... Очень там, важно. Да? Это правильно? А, это правильно. Они отрицали, что не было. На этот суд, то у него в руках было... А это вы дали листки про кофе? Ах ты, сволочь. Близко Грудининой не было тогда, когда я был у Прокофьева. Мне придется, видимо, подать в суд за клевету. Бродский утверждает, что фельетоне не его стихи. Ну, на какая-то накладка, да, там произошла. Накладка произошла. Вот это... За это можно, конечно, краснеть. Это можно покраснеть за это. Я краснею за то, что и рядом с Лернером моя стоит фамилия. Я ему говорил, что вы это самое, почему тут эти стихи были Бродского, подсунуты, что называется. Это отрицательная личность. Я бы сказал, что нечистоплотная личность. Но он пользовался в свое время в определенных кругах каким-то уважением и доверием, и даже у руководства, не газеты, а у руководства партийного в тот период.
Увы, оказалось, что это совсем не так. Я с ним просто порвал окончательно. Я не хочу себя обелять ничем. Вот своим рассказом об этой истории. И было бы, я думаю, наверное, и неправильно, чтобы я бы себя выставлял в качестве какого-то не то там страдальца, не то человека подневольного, потому что меня тогда можно упрекнуть... Ну, он, в общем, правильно же говорит. Или неправильно? Он не может не говорить, потому что он знал. А вот это для того, чтобы как-то себя обелить. Проходили свидетели, которые начинали с того, что я стихов его не читал, но считаю, что он должен быть осужден, как тунеядец. Или он вредно влияет на молодежь. Такие показания давала бывшая преподавательница училища Мухиной. Это же она, Раиса Григорьевна Ромашова. Давайте ей позвоним. Не надо, не буду я сейчас говорить. Уже я говорю, вы послушайте. Ну-ка, набери, я ей скажу. Скажу, что мне передали, что вы отказались от всего. А что? Потом скажу. Потом. Я сначала поговорю, а потом... Теперь им легко, они перепугались. А Лернер не перепугался этого лауреата. И он будет до конца идти. Правильно. А они пускай говорят. Алло, здравствуйте, Раиса Григорьевна. Мы делаем фильм о процессе над Бродским. Нам советовал обратиться к вам Яков Михайлович Лернер, и мы рассчитываем на вашу помощь. Нет, нет, я вам не помогу. А почему, Раиса Григорьевна? А потому что я разоружаюсь в одностороннем порядке. Потому что все, что сейчас творится вокруг фамилии Бродского, мне по меньшей мере непонятно. Вот эти мотивы и заставляют меня встать в позу наблюдателя того, что будет происходить в дальнейшем вокруг этого имени Бродского. Ну, а может быть, все-таки? Нет, нет, нет и нет. Ну, а как же нам быть? А может быть, знаете, пока что оставить эту идею и время все расставить по своим местам. Ну, извините, Раиса Григорьевна, до свидания, извините. Так нельзя вести, как ты себя вел. Ни в коем случае. Я ничего больше по этим вопросам делать не буду. Потому что я понял, что засняли тех, которые, понимаете ли, обо мне грязь всякую вылили, а в отношении... Юрий Ромашов отказывается. Чего? Не надо лезть было. А как? А вот очень просто. Так как вы вопрос ставили, она молодец, правильно сказала. Вы не хотите учитывать о том, что здесь группировка в Ленинграде и за границей, которая за Бродского. Вот так. Недаром дают за мою голову, чтобы меня это самое уничтожить-то. Нельзя так. Так не делать. Вы очень поспешно работаете. А это... Я да. Нельзя. Вы многое напортили. Вот целый мы работаем. Я говорю, вы многое напортили. Многое напортили. Ну, давайте поправлять. А вот я вот сейчас приеду, продумаю кое с кем и буду поправлять. Действительно буду поправлять.
Когда я узнал о присуждении Бродскому Нобелевской премии, я написал открытое письмо чиновникам. Не хочу их называть, чтобы не сотрясать воздух их грязными именами, но уже известно, что каждый раз, когда они суются и пытаются куда-то направлять поэзию, живопись, театр, они попадают пальцем в небо, и только на несколько лет, иногда на несколько десятилетий задерживают развитие искусства, а потом их проклинают. Очень важно. Что вот Виндорова написала, как можно больше чиновников прочитала про этот процесс. Тем более, что перед нами феноменальная по таланту запись процесса, сделанная Видой Абрамовной Викторовой. Это не стенограмма. Это художественная запись, в которой есть все, что было во время процесса, и в которой есть много художественная сила, а мы говорим о факте, когда судили за тунеядство, а нет тут художественной силы. Это опущенное как раз и создает необычайную емкость, образность и силу записи Виктора. Ну, не знаю, я боюсь, мне трудно судить по поводу Бродского, какая стенограмма, правильно? А да, действительно, большинство, по крайней мере, дружинников были убеждены, что он тунеядец. Как поэта, его тогда, ну, мало кто знал, знали только действительно, вот, наверное, те, кто вот все-таки в этих кругах общался. И как тунеядец, вот как тунеядец, его надо судить. Грамотный человек скажет, что если бы верхи, как им говорят, не хотели бы судить Бродского и руководство того времени, в общем-то, там, партийных организаций, значит, и того же райкома партии Дзержинского, то согласитесь, что Лернер или другой бы был на его месте, ничего бы не сделал. Все-таки это была позиция того времени. Вы вспомните, когда... Кстати, давайте-ка позвоним в молодую гвардию. Кому вы будете звонить? Вот в отдел. Значит, вы скажете о том, что делается фильм о Бродском. Да. Вы сначала с Горбачевым, он знает всю обстановку. История рассудит, история всегда подводит итог, кто есть, кто вот сейчас Бродский лауреат Нобелевской премии, но сейчас легко быть смелым. Алло. Да. Добрый день, будьте любезны, Александр Анатольевич. Да, слушаю. Александр Анатольевич, мы делаем фильм, посвященный процессу над Иосифом Бродским. Вот мы связались с Яков Михайловичем Лернером. Вот я могу дать трубку Яков Михайловичу, он рядом с ним. Александр Анатольевич, алло. Добрый день. Добрый день, Александр Анатольевич. Да. Александр Анатольевич, да. Значит, тут вот ко мне пришли и вот хотят сделать фильм, значит, «Правда о Бродском». Ну, хорошее намерение. Вот так, но только, значит, намерения-то хорошие, но чтобы не получилось так, что потом эти деятели другое им выдадут. Ну, понятно. Вот. Значит, он хочет, режиссер, переговорить, ну, автором статьи обо мне. Так, пусть... Скажите, что мы приедем к ним. Позвонят в отдел очерка. На меня напор идет такой, что, значит, каждую ночь звонят. Так. Каждое утро угрожают, и что только не делают вот эти деятели. Ну, понятно. А? Я говорю, понятно. Ну, видимо, по-моему, все акценты расставлены нормально. Нормально? Нормально. Акценты. И идеологический отдел ЦК то же самое. Ну, вот, видите как. Спасибо большое. Это меня, так сказать, подняло. Ага. Вот. Ну, я рад. Давайте фильм... Вы сами будете писать, нет? Нет, нет, это они, значит, нашли вот этих защитников Бродского. Так. Засняли их, они, значит, тут черт знает чего только говорят. Ну, понятно. Вот, ну, а документы, которые у вас там находятся, и так, которые у меня еще есть, которые я не все это самое, вот мы только и ждем, пускай они говорят. Ну, да. Правильно? Правильно. Вот так, пускай говорят. Значит, я только не хочу, чтобы они вот эту всякую гадость, которую льют на меня, чтобы они поменьше там, чтобы было, потому что все остальное мы же опровергнуть сумеем. Конечно. Правильно? Всех благ вам, Яков Михайлович. Есть.
герой-то я плохой. Сукин сын, чуть ли не расстрелять нужно. Причем, было бы что-нибудь такое, которое можно было бы зацепиться, что это так. Вот они пишут, что, значит, я бывший работник МВД, потому я себя так вел. А я в жизни в МВД не служу. Есть документы. Связь-то у вас есть? С чем? С КГБ. Так, не служба, а связь. Причем какая связь? Нет, не с КГБ, а МВД. МВД. В то время, нет, в то время. А я и близко в то время даже, знаете, до тех пор, пока я не стал командиром дружины, когда меня избрали, я вообще с милицией никаких, ни с КГБ, ни с милицией никаких дел не имею. Я военный разведчик был уже. И мы с ними не очень это самое контактировали. И сейчас не контактируемся. А вот этот? Так вот этот. Вот этот потому, что на меня вышли. Вышли и спросили, как. Я рассказал, как. Это вы о вашей связи с Анатольевичем. Вы при мне звонили ему? И обо мне ему говорили. Это у нас снято. Ну-ка, давайте покажите мне. Это будет позже. КГБ. И, значит, специально создал, как сообщает с Россией писатель такой-то, создал дело Бродского. Это, значит, человек, который приравнен был к Пушкину, это великий русский поэт. Он, этот великий русский поэт русских ненавидел, он скрежетал зубами. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Да, слушаю вас. Мы звонили вам как-то с Лернером, хотели бы повидаться по поводу статьи. Я в курсе этого дела, поскольку я читал материал, подписывал и так далее. Ну, приезжайте, поговорим. Это материал проходил не по моему отделу. И у нас только за месяц тираж вырос на 50 тысяч. Для нашего журнала с таким маленьким форматом тираж 750 тысяч гигантский. Может быть, все-таки мы как-то поговорим в этой комнате. Надо отловить Багаудина Козлова. Он, значит, живет в Вильнюсе. Он входит в Совет Единства, поэтому у него жизнь тяжелая. Он встречался с Лермером. То иногда нас обвиняют, вы только русских печатаете. Почему? Вот Багаудин Козлов, коммунист, Лермер, еврей, интернациональный букет, он тоже лепесточек носит. Это не штатный сотрудник, он много пишет и присылает, постоянно дает материал. Когда, кстати говоря, у нас комиссия ЦК работала, они поразились, насколько коллектив сплоченен и дружен. Они говорят, мы не ожидали такого, просто не ожидали. Человек с камерой уже ассоциируется, так сказать, с одним рядом. Я журналист, я тоже знаю, как можно сниматься. В зависимости от задания все можно сделать. Поэтому, наверное, отношения такие. Может быть, нам зайти к Иванову тогда? Что ты мне все к микрофону все подходишь ко мне? Ну что ты себя дурака-то корчишь? Что ты? Дурака. Глупых тут ищешь. Вы меня позвали, подошел. Я тебя не звал никуда. И вас вообще сюда никто не звал. Мы сидели, беседовали. Ребята, нигде вы не сидели, ни с кем вы не беседовали. Собирайтесь и уходите, потому что мы сейчас все собираемся у Иванова. Вячеслав к нам заходил его. Вячеслав, да. Он сейчас придет. Всем к Иванову. Все. И должны освободить комнату. Мы здесь не можем оставить. Я отпросился. Сейчас нам они приглашают других, а мне сказали. Может, ну, все-таки ты их приглашал, что ли, да? Ну, все выяснили, Валерий. Что выяснили? Я их пригласил, да. Ну, вообще ты Иванову не скажешь, что ты их пригласил. В каком смысле? В редакции я их не приглашал. Ну, а при чем то редакция? Они же такие дела, Сергей. Ну, я так понимаю, съемка идет уже, да? Ну, я вам сказал, чем она вызвана, эта атмосфера. Понимаете, если бы вы пришли в другой журнал, более, так сказать, который не подвергается, может быть, таким нападкам, как наш, наверное, там была бы другая атмосфера такого какого-то. В новый мир пришли бы, вы бы их никого не нашли, я вас уверяю. Вы бы их недели две разыскивали по квартирам, по домам. Вот, потому что там и другой режим работы немножечко. Вот, а ведь мы в очень жестком режиме работаем. То есть идет война самая настоящая, и мы оказались на передовой. Никуда не денешься. На коричневый шабаш в наш город съезжаются блюстители расовой чистоты из редакции «Молодая гвардия», наш современник.
Нас называют просто антисемитами, хотя нельзя же на каждой публикации «Огонька» откликаться и разоблачать. Это нас уже снижает где-то. Вот. Тем более Бродский лауреат Нобелевской премии. С этим фактом надо считаться. Мы, так сказать, стоим за патриотизм, за гражданственность, за нравственность. Вот, пожалуй, три кита, которые определяют нашу позицию. Конечно, не случайно организацию дела еврея Бродского поручили еврею Лернеру. В этом, так сказать, была, очевидно, для организаторов этого дела такая своеобразная прелесть, чтобы снять любое подозрение в как бы антисемитской подкладке этого дела. Мы сосредотачиваемся на главных каких-то фигурах, а между тем очень скоро станет главная проблема нашего прошлого. Это проблема исполнителя, проблема человека, который сам пытал, сам стрелял, сам доносил. Иногда вполне добровольно, даже когда от него этого и не требовали. И вот если говорить о судьбе Бродского, то здесь это тоже чрезвычайно важно. Совершенно ясно, что та модель отношения к культуре, которая со сталинских времен шла и, в общем, так сказать, до наших дней доползла, хотя сейчас она и меняется, и ломается не без труда, правда, это вообще феномен советского сознания. И вот, опять-таки, без понимания этого непонятно, что произошло с Бродским. Я думаю, что, значит, Яков Михайлович Лернер человек убежденный в том, что он действительно делал святое дело. Потому что какой-то мальчишка, который баламутит других молодых людей, пишет непонятно, что вместо того, чтобы в самом деле заниматься производительным трудом. Вот этого представления о том, что без стихотворения человек в конечном счете может встать на четыре ноги, что с нами в значительной степени и произошло, вместо того, чтобы ходить на двух. Этого представления нет. Мне просто, поскольку я историей занимаюсь, он мне интересен не сам по себе, как Яков Михайлович Лернер, хотя вот с этого, начинайте давать. Как вот с этого, некоторый пускай. Исторический сгусток. Обобщать нельзя. Так очень просто. Судьба, он мошенник по преимуществу. И дело Бродского — это классический пример вот нашего советского юридического мошенничества. Когда все подставлено. И Яков Михайлович считает это абсолютно... Как орудие. Нет, я не говорю. То, что я делал, я сейчас полностью признаю, что это было все абсолютно правильно. Надо выяснять, но то, что он был связан с комитетом, и то, что он дышал, так сказать, этим воздухом, и жил этой традицией, это несомненно. И вот Лернер, наверное, интересен как классический исполнитель. Исполнитель-политик, потому что он ощущал себя, я думаю, человеком, выполняющим серьезную государственную политическую задачу. Я не дам. То есть вы не давайте, они у вас в руках должны быть. И съемку их делать до тех пор, пока вот товарищи СК вот не приедут. Почему? Ну, есть на это причина. Ну, а как? Вы знаете о том, что за мной уже, значит, гонялись за этими материалами. Вот. И больше того я вам скажу. Вот забрали в определенное место. Пришел человек, который хотел по нашему балкону в мою квартиру забраться. Выяснили, что ему уплатили для того, чтобы он меня искалечил. Я сейчас не могу об этом. Я сейчас про Ромашовой говорю. Я Ромашовой сейчас говорить не буду. У меня есть на это основания. Ну какие? Если вы хотите, чтобы она вообще отказалась, она отказывается. Она отказывается даже, что это не ее фотография. Пока насчет Ромашовой ничего делать не будем. Я с ней поговорю еще раз. Это твое дело. Алло, Раиса Григорьевна? Добрый день. Я все-таки вот осмелился, еще раз вам звоню. Потому что мы сейчас вот с Яковом Михайловичем Лернером все-таки доводим до конца вот нашу идею. И вот у него просто в руках эта фотография находится. Сергей Владимирович, после нашего разговора я пришла к выводу, что это фальсификация. Фальсификация? Да. Это фальсификация. Ну-ка, пожалуйста. Алло. Да. А это Яков Михайлович говорит. О какой фальсификации вы говорите? Алло. Фотографии. Фотография? Да. Так, хорошо. Минуточку. Ну вот крупным этим самым вот лицо ваше. Вы меня с фотографией шантажируете.
Минуточку, извините, пожалуйста, фотографии этого времени. Вы посмотрите, если действительно это не вы, значит, я согласен, что я вас шантажирую. Но насчет вас я сказал этому самому товарищу, что не трогайте ее, время придет, тогда будем разговаривать. Передайте трубку Сергею Владимировичу. Так подождите, как? Передайте трубку Сергею Владимировичу. Алло, Раиса Григорьевна. Сергей Владимирович. Извините, ради бога, тут видите, как получилось. Сергей Владимирович, да, я вас это совершенно очевидный шантаж. Ну я ведь вижу, сидит Бродский. Вы стоите рядом с Бродским, показывает мне Яков Михайлович на женщину. Да. И говорит, что это вы. Я очень точно воспроизвела в своей памяти, так. Где был Бродский. Я передаю трубку, я не надо, не надо. А, не надо? Это шантаж. Нет, он ответит, где был Бродский, где вы были. Слушайте меня. Алло. Алло. Я с вами с шантажистом не хочу разговаривать. Вы меня извините, я приеду и покажу вам. Не надо, не приезжайте. Передайте трубку Сергею Владимировичу. Вот что алло, вы натворили, алло, Сергей алло. Владимирович. Сергей Владимирович. Да что, ну я же вижу фотографию, Яков Михайлович открывает книжку. Сергей Владимирович, если судья не разрешала вести записи и стенограмму, это в равной степени распространяло сына Якова Михайловича, то разговора о фотографировании процесса вообще не было. Поймите, вот это, по-моему, самый сильный аргумент. Алло, вы не знаете. Значит, стоял там этот Сергеев такой, и вот у меня сколько тут? 10 фотографий, да? 10 фотографий суда. И суд, и о том, как Бродский говорит. И, вот, и это самое. Слушайте, не велось фотографии судебного процесса. А? Не было фотографии на судебном процессе. Есть. Не было. А? Не было. Была? Не было. Не, ну так вот, вот я же говорю, чтобы вот все собрали. Вот, минуточку. Вот Бродский стоит, да? А? Яков Михайлович, да. Откажитесь от этой идеи, потому что стенограммы не было. Фотографирования процесса не было. Но ведь вы же живой человек. Можно посмотреть фотографию, чтобы вы убедились? Я давным-давно вам сказала, что во всей истории с Бродским вы участвовать в этом не будете. Ваше мнение правильное, не участвуйте. Вот и все. А то, что эти самые операторы, значит, у вас были, с вами говорили? Не были мы. А почему же вы эти фотографии им подсовываете? Не в этом дело. Передайте трубку Сергею Владимировичу. Передам. Алло. Раиса Григорьевна, ради бога, извините меня. Я вам перезвоню. Хорошо. Можно? Все. Я говорю, не буду. Я не верю. Я говорю, я не хочу с вами дело иметь. Значит так, вот этим съемкам, которые вот делали, я противопоставляю только одно, вранье. Они обо мне говорят, что я, значит, такой, вранье. Если а ваши съемки? А мои съемки, где вот это с альбомом идет, это не так, как надо. Так, давайте мы вот что договоримся. Я просил в отношении текста. Трудно с текстом? Ну а как с текстом сделать? Хорошо, давайте смотреть. Я понял. Я хочу так, чтобы ни вам, ни мне потом упреку не было. Я хочу доказательно все давать. Честное слово даю, что они там. Да-да, я слышу. Подслушивают тут, что ли? А? Алексей Алексеевич, извините, что я вас беспокою. Да. Звонил, но вы не отвечали. Да. Какой? Так, из них 6 человек. Взяли, да? Слушайте, в нашем современнике, Бродскому, ага, там, где он выступал за границей, и, значит, заявил о том, что советское государство тоталитарное, и Ленин это хуже Гитлера. Заберете, да? Хорошо. Теперь то, что я киношникам-то сказал в отношении того, что согласие дал. Только после приезда товарища из ЦК. Ну, дайте, не надо.
Не надо. А вот просит он это сам. Гудок, я же слышу, гудок. Гудок. У меня. Я тогда вам не дал возможности говорить. Ну, простите, простите. О, вы какие. Ну, для чего это надо было говорить тебе? Что, вы при нем говорить говорили? Ну, а что такого? Какие секреты могут быть у нас? Значит, я... Мы я с полковником одно дело делаем. Я не знаю, значит, коль мне говорят, что пока не надо, значит, я делаю так. Я делаю, я понимаю, в чем дело. Там настолько, что вот как только будет опубликовано... Без Лернера, без того, что он как собака вот вцепился для того, чтобы разорвать, разодрать вот в этой истории, не было бы, наверное, ни этого суда, ни его последствий. Мы были убеждены в этом, потому что знали, что такое Лернер. Это безграмотный человек, но по натуре аферист. Дурак. Ну, например, у нас и клеветник. Ходило так несколько анекдотов. Я ему сегодня позвоню и скажу, что я на вас суд подам. Он называл вот Литопис. Или он хвастался, что у него дядя родной работал аташой за границей. Аташе, я... Писать он совершенно не умел. И он каждый раз находил какого-нибудь человека, который за него все это переписывал. Я уверена, что все статьи, которые появлялись в газетах, подписанные иногда Лернером, иногда различными, так сказать, фамилиями, потому что этого псевдонима, написаны не им. Я никогда не видела, чтобы он был с блокнотом, с улькой, чтобы он писал. Не было такого вообще. Я знаю, так сказать, что он может написать, чего он не может написать. Ну, этот Мила, которая была первой женой. Ветеран, вы отличный. Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – это важная задача советской прессы. И отрадно, что вы добились в этом деле заметных успехов. Желаем вам, Яков Михайлович, впредь трудиться с огоньком. Пусть ваше перо не ржавеет. С уважением, старший адъютант маршала Советского Союза Буденного, капитан второго ранга Золототрубов. Да, товарищ генерал, слушаю, товарищ генерал. Население нашей квартиры, которое, так сказать, еще помнило 37-й год, было в полной панике. В полной панике. Я не знаю почему, но почему. Я, так сказать, была убеждена, что это чистый розыгрыш. Я ходила по комнатам и говорила: граждане, успокойтесь. Это разговоры с пустой трубкой. Нет, что вы, он звонит? Да ну нет же, с Прохоровым разговаривал. Ну, в общем, все мои попытки как-то их убедить, что все пустое. Ну, это, Ланина, это понятно. Ну, что, как обычно. Ну, я же свой это... телефон. Я телефон всегда стоял в ход там, где сейчас стоит, в коридорчике. Набирает междугородний, но он говорит: междугородний? Междугородний, говорит, да. И вы знаете, с кем он якобы говорил? С космическим городком. Он с разговаривает с космическим городком. Громко кричит. Со звездным городком. Чушь собачья. Лев, я же знаю, что не может этого быть. Вот я сейчас в обком позвоню. Алло, Олег Михайлович, скажите, как с моей встречей с товарищем Соловьем? Послезавтра. Да, по типу. Все хорошо, спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Все. Ну, я теперь доволен. Есть. Вот. В общем, так, я тебе скажу, что ты будешь это делать. Понял? Ты будешь это делать, и это гарантия полная. Теперь полная гарантия. Меня принимает один товарищ, который, в общем, тоже об этом... Вы опять нас под гудки разыгрываете. Значит, права все-таки Ланина. Ланина искусствовед. И вот в этом самом общественном классе Яков Михайлович берет эту страницу и, значит, объявляет, что здесь этот текст используется американскими парашютистами, которые разбрасывают листовки над Ленинградом. И вообще, что сейчас, мол, существуют целые группы лесных братьев, контрреволюционные организации, и они, так сказать, вот... Но это же чушь! Можно, ну, считать, такая что чушь, каких-то, в общем... Понимаете, больной человек там и так далее. А я говорю, что я здоровый. Мне кажется, что здоровый. И то, что я делаю, я абсолютно правильно делаю. Страшно. Вот скажи, пожалуйста, зачем ты все врешь? Ну, Капру. Ну, вот это, например, вот это уже не было. Ты мне сказал, что это было. Зачем ты это? Ведь я же тебя знаю, вот, ну, насквозь вижу тебя. Зачем? Мне стыдно перед знакомыми, мне стыдно, что вот ты такой.
И потом мне самой же, мне уже смотреть в ту сторону, честно говоря, противно. Ну как можно жить так вместе? Ты зачем все же? Зачем ты выдаешь себя не за того, кто ты есть? Он расстроился. Смотрю, у него физиономия задергалась, губы задрожали, слезы появились на глазах. Ну, Гоша, Милосенька, Милосенька, я же как бы верю в то, что я говорю. Я верю в то, что я говорю тебе. Да. Слушаю. Здравствуйте, это Совет ветеранов. Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть вот сейчас талоны по набору продуктового участника войны? Так, а вы регистрировались? Да, вон регистрировалась. Ну, значит, тогда заходите с документами, будете получать. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, когда за талонами можно приходить? Так давно уже люди приходят, а? Те, которые зарегистрированы. Ну вот, а я регистрировалась 27 марта. Ну так это вот дополнительный список, это пока еще неизвестно. А пока еще неизвестно? Ну это сообщат. Ну это вам надо позвонить будет, да? Да, ладненько. Ну, жена вообще, она шумит на меня, чтобы я вообще этим не занимался, потому что убьют тебя там и так далее, и так далее. Это я понимаю ее состояние. Вот, ну, я делаю так. Я слушаю. Слушаю. Здравствуйте. Даете на продукты? Да. Через полчасика можно? Да. Спасибо. Да я слышу, слышу. Да, да, да. А кто это такой? Кто это такой? Да иди ты. Опять угрожали? Да. А что говорили? А? А что говорили? Ну так что, отдашь документы? Ну? Ну документов у меня тут нет, а что мне набивать? Сволочь. Ну. Прокурор, вот, имея материалы о недостойном поведении Бродского, дал документ. А материалы вы собирали? Почему я собирал? Вы же вели это дело. Да я не вел ничего, слушайте. Вот, не разговаривай. Вот так. Вот теперь для меня ясна обстановка. Все вот эти деятели, они, значит, вашими же словами, вы вели вот это дело. Вещи. Ну, ну которые вот в журналах пишут. Вы его вызвали. Вы слушайте, что вам нужно сделать? Что вам нужно сделать? Да как же он не в курсе дела, когда он... Ну, ибо вы слушаете ли это все? Слушаю, это из районного штаба, да, дружины человек. А откуда он мог это знать? Когда знали об этом деле. Ну, ну... Вы же должны были, вы говорите, вы должны. Не хочу я больше говорить. А почему? Потому что вы понимаете ли, идете по линии того, чтобы показать, вывели, вывели. Вы же нам все расскажете. То, что я рассказываю, я рассказываю. А вынуждать мне, чтобы я, понимаете ли, чушь какую-то говорил, а не надо. Все, давайте кончать с этим. Не хочу я больше. А почему? А потому, что мне не нравится вот это. Мне эти вопросы, мне эти вопросы задавали противники. Противники этого самого, этого дела Бродского. Понимаете, они так же и будут задавать. А пускай задают. А пускай задают. А давайте им ответим. Ничего вы не отвечаете. Вы должны то, ответить. Что я вот ставлю, да, вот я лучше вашего знаю, что делать. И делайте, как я подсказываю. Да, будет, вот и будет. Все. Вот какие документы? Пожалуйста, следующий документ. Я писал это в ЦК партии, да, в отношении того, что защищают Бродского. Вот это, да? Да. Вот это уведомление, что оно отправлено. Да, что оно а получено. Какой год здесь? Год? Тоже 2-3 64 года. Нет, тут какой-то другой цифр. Да нет же. Да-да-да. Вот, смотрите. Яков Михайлович, а где те документы, что вы обещали дать? Что нужно было, все показал. Что вам дополнить? Какие-то еще? А я хочу сделать так, да, чтобы вышло, и чтобы у меня еще было чем оправдать. Никаких больше документов я не дам. Уже никаких. Не дадите совсем? Никаких. Вот вот то, вот, что я привез для съемки, вот это я вам дам. Милый мой, я знаю, как надо, я знаю, что будет после этого фильма. А что? А вот что? Начнут, понимаешь, дергать и говорить. А мне надо будет, чтобы я был прав. Вот и все. Так вот, вы же говорили, о каких документах. Теперь они у вас с собой? С собой, да. Покажите. Тогда настоящее отдел милиции Дзержинского райисполкома города Ленинграда в том
что в 11-й вечерней школе Василеостровского района гражданин Бродский Иосиф Александрович не занимался и аттестата зрелости не получал. Теперь дальше. Направленный на консультацию Бродский при однократном обследовании 28-62 обнаружил выражение черты психопатической личности. Угу. А мы все психопатические личности. Ну, а то как выясняется. А вот тут с дневников, что он написал. Очень приятно читать про Гегеля, особенно когда пишет марксистские начетчики. Еще приятнее кушать сосиски в Эрмитаже, представляя эту сокровищницу культуры, в кавычках, революционным штабом по мраморным ступеням которого втаскивает перепуханных секретарей райкомов. Дык, в чем дело? Представляя себе, Марл Кокс кидает кому-то свою идею и слышит такой хороший ответ. Ну ты, Марл, брось. Кокс врал, что он диалектик, и что его учение не люкс и не макс. Я вообще сторонник эволюции. Марл Кокс был пошлым человеком и поэтому называл драку самцов социальной революцией. А у нас на всякий случай остается, ну, у соответствующих товарищей остается материал для того, чтобы ударить любого. Почему он стал лауреатом Нобелевской премии? А почему? Почему? В общем, тут был в Петербурге знаменитый такой миллионер Бродский этот, который шоколад там делал, это конфеты, и который снабжал царскую фамилию. У него там оказался брат вот этого Бродского. И там есть о том, кто его хотел себе забрать. И когда он там уехал, там были получены миллионы для того, чтобы его сделать лауреатом. Это документально есть. Табу до тех пор, пока начнется разговор. Определенное количество людей еврейской национальности сгруппировались и написали письмо Горбачеву о том, что выгнали великого русского поэта Бродского, что надо, чтобы он снова возвратился, чтобы с почетом его возвратить. Есть уже решение, ничего с почетом не возвращать. И, в общем, не так, как они хотели. Thank you.
В суде отсутствовал какой-то служка, который выкликает свидетелей. И этим человеком стала мать Бродского, Мария Моисеевна. И в этом было что-то мистическое. Это она вызывала свидетелей для суда над Лернером. Значит, дали ему 6 лет. Там, среди прочих, вот этих художеств, связанных с квартирами, там пистолет он незаконно хранил, ордена незаконно хранил. Хотя у него ни одного ордена нет, но время от времени Яша появлялся в редакции. И у него здесь орден Ленина висел. Он выписал себе орден Ушакова, который выдается за флотоводческие победы. Такой орден можно получить за победу под Трафальгаром, за Синопскую, за Гангутскую битву. Ну, какие-то невероятные аферы. Например, он обещал кому-то квартиру. Значит, брал деньги. Тот человек долго квартиру не получал, волновался. Тогда Лернер звонил из автомата и говорил: вот я с секретарем обкома сижу в его кабинете и обсуждаю вашу квартиру. Вы знаете, хороших домов сейчас нет. Через 3 месяца мы сдаем роскошный дом на берегу Невы. Как вы думаете, Иван Иванович? А это все было в будке автомата. Какая-то история с кражей корма у животных госцирка. То есть он обокрал львов, тигров и моржей. Рокомболь. Лернер человек тертый, битый. Еще в 73-м году он был осужден за мошеннические действия. В мае 84-го года уже был повторно привлечен к уголовной ответственности, где ему вменялось вину 17 эпизодов мошеннических действий по суммам до 7500 рублей. Да, действительно, меня делали таким-сяким пересяким, потому что я написал этому самому Брежневу письмо, в котором меня должны были посадить. А письмо какое? А письмо мне сделали, с ЦК партии мне выслали. Вот, пожалуйста, оно было получено там. И вот читай это письмо. Можешь громко читать. Уважаемый Леонид Ильич, пишу вам снова потому, что на мои первые 2 письма и документ ответа так я и не получил. А вот угроз за правду, которую я вам написал, получаю достаточно. Мне угрожают, требуя моего отказа от сообщенных вам подлинных фактах, своеволия, обмана партии, существующих в Ленинграде, благодаря первого секретаря обкома партии, о котором говорят, что он ваш любимец. Мои друзья говорили, чтобы я вам не писал, так как определенно угожу в тюрьму. Так вот, теперь я тебе открою секрет. По указанию этого Толстикова пришел ко мне этот самый инспектор милиции, забрал у меня партийный билет и тут же его разорвал. Я возмутился. Вот. И тогда, когда уже начали разбирать о том, чтобы меня восстановить в партию, то есть вернуть мне все, я сказал, до тех пор, пока не будут наказаны, мне партийный билет не нужен. И теперь дальше. Это же не просто слова. Но ведь я коммунист, я этого не боюсь, так как за правду можно что угодно перетерпеть. И даже вы, как генеральный секретарь нашей Ленинской партии, ничего не сделаете. Может, это мое последнее письмо, после которого ни семьи, ни родных мне уже увидеть нельзя будет. Я слушаю. Да. Алло. Анатолич, слушаю, значит, я вот звонил тебе. Да, да. Вот, значит, вот какой вопрос. У меня снова киношники. Значит, да.
сейчас у вас? Да. Ой, а кто, а откуда? А вот, вот этот же товарищ, который вот, причем они, значит, план дали о том, что, что они должны делать. Значит, во-первых, я должен вам сказать, что я вчера был там, где надо было. Алло. Ну, Саша, вы мне не могли как-нибудь без них перезвонить, поговорить? Нет, чтобы потом перезвонить? Да, без них, а то так не получится. Да-да, есть. Нет, ну, что вы это самое, насчет них я вам говорю, вы с ними поосторожнее, вы смотрите там. Не понял. Ну, я говорю, вот с этими-то киношниками поосторожнее, что и ничего хорошего из этого не будет. Что ничего хорошего не будет? Конечно, что они там, так сказать, мутят сейчас воду. Сейчас пройдет съезд, тогда будет ясно. Значит, я вам тогда перезвоню, как вы говорите. Да.